Дорогие друзья, шалом алейхем. Для того, чтобы у человека были крепкие, хорошие, правильные отношения с близкими людьми, человек должен поступить со своими взглядами, принципами. Он должен быть готов жертвовать свои плохие человеческие качества, о которых он знает, свое эго, свое гордыня. И только если человек готов работать над собой и жертвовать свои плохие качества ради отношения, только тогда отношения будут работать стабильно и навсегда. Мы иногда видим, как в доме между муж и жена конфликт, скандал, теряется гармония в доме, мир. Известно, что когда нет дома мира, тогда и Всевышний, Святый Всевышний уходит от этого дома. И очень больно на этом смотреть. И причина только потому, что муж не готов жертвовать ради этих отношений, он не готов работать над собой, над своим эго и гордыня, на свое животное душа, которое ему мешает в эти отношения. Слово «жертвовать» — это «курбан». Но «курбан» есть еще одно смысл в этом слове на иврите. «Кирув». «Кирув» — это близости, быть близким. Без «курбан» нету «кирув». Без того, что человек готов жертвовать, нету близости по-настоящему быть близко близкому человеку. Наша глава недели Вайкра, мы начинаем читать третью книгу Торы, книга Вайкра. Вся книга посвящается жертвоприношению в храм. Лубавический ребе задает очень большой вопрос. Когда мы читаем эту книгу и мы видим, что произошло в храм, это вообще похоже на мясокомбинат. Евреи принесли жертвоприношение, священники в храм их принесли в жертву Всевышнему, а причина, потому что еврей грешил, и для того, чтобы исправить себе и стать от грешного еврея праведник, ему надо принести жертвоприношение. Для того, чтобы благодарить Всевышний, ему надо приносить жертвоприношение. И вопрос, почему надо через жертвоприношение исправить себе и надеяться на прощение Всевышнего, почему мы не можем просто работать над собой, извиниться перед Всевышним, помочь другим людям, молиться, медитировать, почему надо именно приносить жертвоприношение. Но Лубавический ребе объясняет, что тут есть очень глубокий смысл. Без того, что человек научится жертвовать себе, не будут отношения. И мы показываем человеку, что это животное было готово жертвовать, мы ее жертвуем, она дает жизни. Для того, что ты, она это сделала ради тебя, для того, что ты тоже был готов жертвовать что-то ради отношения со Всевышним. И как было сказано, что курбан – это жертвоприношение, когда делается курбан, тогда есть коров. Коров – это близость со Всевышним. Не может быть близкие отношения без того, что человек жертвует себе ради этих отношений. Говорится, что когда мужчина и женщина разводятся, мизбеах, мизбеах это жертвенник, плачет. Прямо там появляются слезы. Почему именно мизбеах? Потому что идея мизбеах, жертвенник, это научить нас быть готовы жертвовать от себя ради отношений. Если мы видим, что в эта семья произошел развод, причина, потому что эти люди не научили урок, который жертвенник должен научить нас. В этом красивом храм, где была менора красивая, ковчег, где находились скрижали внутри, стоит в центр храма жертвенник, скров, животное. Это все ради того, чтобы научить нас урок. Животное дало жизни. А взамен на этого мы должны хотя бы научиться что-то жертвовать ради отношений со Всевышним, ради отношений с близкими людьми, с женой, с детьми. И только тогда может быть настоящая близость. На иврите это получается очень-очень понятно. Слово «корбан» и слово «коров» — это одно и то же слово. Без жертвы нет близости. Шаббат шалом. И так как на следующей неделе мы отмечаем Пейсах, Кашерного и Весолого Пейсаха. Зайд гезунт.